В Няндомском районе наградили победителей всероссийского конкурса «Лучший эковолонтерский отряд». От организаторов добровольцам вручили дипломы и статуэтку, а от группы компании «Титан» — новую форму. Юные волонтеры шалакурского подразделения «Отряд Люба Зелена» признан лучшим в номинации «Эко-молодость». Ребята опередили сотни добровольческих объединений. В 2020 году на конкурс поступило свыше 1000 заявок из 78 регионов страны. «Отряд Люба Зелена» появился в августе. В него вошли ученики и выпускники шалакурской школы. За короткий срок сделано немало. Уборка мусора собрана 1,5 тонны. Лесовосстановление. Ребята помогли высаживать 75 тысяч саженцев ели. Подарок от группы компании «Титан» – бомберы и толстовки. Холдинг пошил одежду в корпоративных цветах и с официальным логотипом отряда. На эмблеме саженец в руках, как символ созидательной работы добровольцев. В холдинге надеются, что в этом году отряд Люба Зелена продолжит помогать природе и станет заразительным примером для других школьников региона.